снимаем видео для команды 2003 года рождения и для других команд Легиона по физподготовке. Небольшой подход, несколько упражнений. Первое — это 5 подтягиваний широким хватом. Прям ближе подходи. Чего он не забирал? Команда находилась в обороне. Раскрыться не успела. Дай мяч. Идем дальше, на перекладину. Пойдем. Вот ты в такой позиции, ты выигрываешь мяч. Никто ничего не успел. Только-только оборона была. И вот. И ты толкаешь мяч сюда. 10 отжиманий на перекладине. Тоже широким хватом. Должны опускаться до солнечного воспроизведения. Оставь. Вон играет. Раз, ты при выходе. Толкнул мяч вперед на него. И у него мяч, значит, ты идешь уже вперед, и он тебе дает сюда, или сюда, или сюда. Вставай сюда. 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 После этого делаем 10 отжиманий. Ноги выше до коста. И ты сам его мяч выше. Он не двигался. Движение, то есть он. Дальше на брусь. Пойдем. Тоже 10 раз. И заканчиваем все отжиманиями на кулачках широким хватом. Один круг. Таких кругов нужно делать от 3 до 5 за тренировку. Все будет супер. Легион Форева.